Их творчество неразрывно связано с театром. За аббревиатурой БДТ кроется яркое и амбициозное название «Большое драматическое трио». Несколько участников коллектива работают в театре и от сезона к сезону трудятся над созданием новых спектаклей. А в свободное время берут в руки барабанные палочки и гитары и начинают играть рок. Все участники группы имеют богатый исполнительский опыт. До того, как попасть в состав Большого драматического трио, они выступали в других коллективах и сольных проектах. Сами себя музыканты называют маленькой творческой семьей, в которой есть место различным жанрам и стилям. Визитная карточка группы БДТ – уникальный союз двух видов искусства – музыка в театре и театр в музыке. Очень, да, интересное событие и символично, на самом деле. И поют песни они такие, знаете. Про театр. Много, да. И музыка у них вот именно такая творческая чувствуется. Услышать звучание инструментов и голоса не в мониторах и наушниках, а из зала. Среди зрителей концерта были и те, кто сам не раз стоял на сцене. Саровские музыканты уверены, что любое творчество нуждается в поддержке. У нас это проходит здесь раз в два года концерт. Вот такого уровня. Поэтому поддержка должна быть. И она здесь есть. Движуха и вообще вот все это действие – это всегда круто. Если нет, если человек ничего не делает, то это все. А так, если люди хоть что-то делают, я их очень сильно уважаю. Большое им спасибо. Большой концерт в день рок-н-ролла превратился в настоящее театрализованное представление с декорациями, артистами и цитатами великих классиков. Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.